Сегодня у нас проходят персональные и индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия для тех, кто хочет отточить мастерство, получить максимальную отдачу от тренировок, быстро добиться результата, отработать специальные навыки в прыжках на батуте, вейкборд, сноуборд, воздушной акробатике и стретчинге. Есть люди, которые не любят групповые занятия и лучше работают один на один с тренером. Индивидуальные тренировки незаменимы, если вам нужно быстро освоить определенные элементы. Индивидуальное занятие позволит тренеру уделить все время именно вам и быстро решить поставленную задачу. На индивидуальном занятии в вашем распоряжении все время будет отдельный батут. Индивидуальное занятие проходит в зоне спортивных батутов. Персональное занятие, в отличие от индивидуального, проходит в зоне развлекательных батутов. На персональных занятиях больше времени уделяется растяжке, силовым упражнениям, гимнастическим элементам, отработке базовых элементов на батуте. Ждем вас в спортивном центре на батуте.